Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня я хочу рассказать о веб-скрейпинге. Термин новый, возможно, не все сталкивались, но новые технологии появляются не для того, чтобы нас запутать, а для того, чтобы помогать нам жить. Скрейпинг — это соскабливание. В переводе. Автоматический сбор данных веб-сайтов, классификация и перемещение их в таблицу. По сути, скрейпинг — это то, что делает человек, заходя на сайт. Он соскабливает нужные ему данные, заносит их в кору головного мозга и, возможно, даже раскладывает их там по ячейкам. Как работает мозг, я знаю плохо, да и никто не знает это хорошо. Веб-скрейпинг — это то же самое. Создается скрипт, скрипт имитирует пользователя, заходит под видом браузера на сайт, получает HTML, так же, как получил бы браузер пользователя, но не собирает из него страницу, а вытаскивает нужную текстовую информацию, классифицирует и раскладывает по ячейкам. Теперь рассмотрим достаточно поверхностно, как осуществляется процесс. Поверхностно, потому что скрейпинг — это все-таки сложная вещь, и для того, чтобы скрейпить качественно, вам понадобятся навыки программирования. Мы скорее просто посмотрим, что это такое, и вы сделаете выводы, насколько вам это нужно, насколько стоит в это углубляться. Мы будем использовать Outwit Hub — удобный базовый инструмент, не требующий навыков программирования. Скачиваем, устанавливаем. Он сразу скрепит себя. Давайте откроем какой-нибудь видеоурок на сайте Теплицы. Вот, он его разложил. Здесь все ссылки, которые есть на странице, здесь картинки, здесь текст. Можно что-нибудь сразу экспортировать. Давайте экспортируем ссылки. Все предельно просто. Выбираете экспорт, выбираете формат файла. Видите, здесь есть CSV, XML, SQL даже есть. Но выберем самое простое, таблицу Excel. Нажимаем экспорт, выбираем, куда поместить. Ок, все. Вот таблица Excel, дальше с ней можно работать. Но это, скорее всего, никому никогда не понадобится, давайте придумаем какую-нибудь относительно функциональную задачу. Скажем, давайте выберем текст статьи. На сайте видите много оформлений, а есть сама статья, сердцевина. Вот ее мы сейчас и соскоблим. Находим в разделе автомоторы.scrapers и создаем собственный скрейпер. Итак, у нас тут есть HTML-код, в нем мы и будем искать. New, задаем имя, ну скажем, текст статьи. Описание, заголовок, напишем автор. И вот два поля, маркер до, маркер после. Так как скрейпер будет анализировать HTML-код, этот код и станет для него маркером. Находим код, который обрамляет имя автора. Тут имя встречается в нескольких местах, выберем любое место. Достаточно взять этот div, потому что он явно встречается на странице всего один раз. А закрывающего тега достаточно такого. Все, сейф, нажимаем execute и видим, что на этой странице автор Владимир Ломов. Отлично, пока все работает. Теперь добавим название по аналогии и, собственно, текст статьи. Тут, наверное, лучше захватить Telegram на всякий случай. Ну, то есть вы понимаете, да, что вам нужно найти эксклюзивный код на странице, который не повторяется. Иногда достаточно одного тега, если он эксклюзивный, иногда лучше взять побольше. Все, execute, сработало, автор, название, текст. Уже что-то. Усложним задачу. Давайте выберем с сайта все названия статей, одного автора, даты публикации и разделы, в которых он писал. Сначала меняем скрейпер. Расставляем новые маркеры для даты и раздела. Проверяем, как работает. Работает отлично. Теперь посмотрим на странице, есть ли функция показать все статьи автора. Есть. Теперь в разделе Links находим на этой странице ссылки на статьи автора. Вот они идут подряд. Выделяем, нажимаем правую кнопку мыши, Auto Explore Pages, Fast Scrape и выбираем скрейпер, который мы создали. Все, вот результат. Outwit Hub за секунду пробежал все страницы и выбрал интересующую нас информацию. Если вас интересует другая информация, пожалуйста, задайте правильный запрос, укажите адреса и жмите Fast Scrape. Тексты, цены, наименование товаров, список контактов с именами, адресами электронной почты и так далее, все что угодно. Все, любите друг друга, скоблите интернет, но помните о защите авторских прав и персональных данных. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать о Теплице социальных технологий.